потрібно ходити навшпиньках, бігати біля дитини, немов біля розбитого яйця, тому що дитина повинна розуміти, що вона в такому світі, де шум, гам, де дуже багато яскравих і шумних якихось моментів. Тому я не думаю, що потрібно робити так, щоб дитина звикала до повної тиші, тому що це не буде все життя так. Коли ми поверталися з пологового будинку, нас зустріла наша велика родина. Це бабусі, дідусі, тітки, татко, звичайно. Ось, це було дуже шумно, всі хотіли побачити, понянчитись, там посюсюкатися з Катеринкою. У нас велика дуже родина і дуже шумно і гамно. Я не знаю, чому взагалі так потрібно робити, чому взагалі повелося так бігати там тихенько коло дитини на шпиньках. Я цього не розумію. Я завжди могла і попилисосити, і вімкнути громку музику, телевізор. Ми розмовляли з чоловіком громко. Ось, тому я вважаю, що це взагалі не потрібно робити для дитини маленької. Рождение ребенка многие родители, мне кажется, допускают ошибку, когда пытаются полностью изменить свою жизнь и подстроить ее под интересы ребенка. Жизнь изменится в любом случае, хотите вы этого или нет, но делать это специально не стоит. Все зависит от вашего желания. Если вы хотите вырастить ребенка, который будет чувствовать себя комфортно в вашей семье, то изначально вы не будете прибегать к каким-то искусственным методам. Если вы человек шумный, если ваша семья активная, то обязательно нужно воспитывать ребенка именно в этих условиях. Потому что вам потом переключиться будет сложно, и вы теряете себя. И так с рождением ребенка мамы, как правило, замыкаются. Мы перестаем разговаривать с внешним миром. Поэтому для того, чтобы этого избежать, я специально учила много песенок, стихов, книжечек, все наизусть проговаривала, когда ходили с детками гулять. Потому что именно благодаря этому формируются навыки речи. И благодаря этому ребенок растет в атмосфере коммуникации. Вот, и не забывает о том, что он, в принципе, в социуме. Вот, также мы с нашим опытом путешественника, он был у нас очень маленький, мы с рождением детей как-то даже в этом плане ускорились. Детям был год, мы полетели с ними в Испанию. Шум, гам, перелет, страхи. Но страхов было больше у нас, чем у детей. Как оказалось, дети очень спокойно переносят шум. Переносят шумные парки аттракционов, обилие людей, другие национальности, потому что у нас показать это гораздо сложнее, чем за границей. Вот. Было им полтора, мы полетели в Дубай. То же самое, с нами фотографировались, останавливали. Боже, как вы с такими маленькими детками? Это же так, для них тяжело. Нет. Для них это абсолютно тяжело. Дети адаптируются к любой ситуации. Я считаю, что чем они младше, тем их лучше приучать к какому-то образу жизни, который соответствует именно вашим интересам. Я не считаю, что когда появляется ребенок, все должны ходить по струнке, но все-таки есть определенные моменты, которые появляются в жизни с появлением ребенка. И здесь, конечно, важно найти вот эту золотую серединку. Я думаю, что это очень индивидуально под каждого ребенка. Когда появилась малышка, безусловно, даже если взять, к примеру, сон, как только она там заснула, мы стараемся, пока она не заснет поглубже, покрепче, немножко не шуметь. Но с детства приучали, что работает пылесос, что на кухне кто-то что-то делает, чтобы она и спала на улице хорошо, и в принципе, я считаю, что наша жизнь не должна кардинально меняться с появлением ребенка. У мамы должно быть свое время. Время на себя, время для себя. Поэтому ходить на цыпочках из-за того, что появился маленький человек, я думаю, это не совсем правильный подход. Опять-таки, золотую серединку, которую индивидуально под каждого ребенка стараются найти родители. Ребенок должен адаптироваться к внешней среде. Потому что чем больше мы будем создавать условий, таких маленький ребенок из норковых пеленок, да, вот, тем у нас больше вероятность того, что мы создадим и себе, и ему в будущем проблемы. То есть любой раздражитель он будет воспринимать для себя как катастрофу, что может в будущем стать следствием возникновения невроза и фиксации на каких-либо моментах жизни. Поэтому ребенок родился в естественную среду. То есть шум,
гам, музыка, это все, голоса, это все, что должно его окружать. Не зря древняя философия всегда говорила о том, что мир есть источник всех вещей. Точно так же и здесь. То есть все, что мы делаем за, это все во вред. Слишком заботимся, это во вред. Не заботимся вообще, это во вред. Все должно иметь определенную меру. И здесь точно так же. Если вы смотрите телевизор, и ребенок спокойно воспринимает звук телевизора, он и спит при этом, зачем создавать идеальную тишину? Дальше что-то на улице случайно грохнет, он будет просыпаться от каждого малейшего звука. Это создает прежде всего дискомфорт ему, потому что ему тяжело будет опять уснуть, он будет капризничать. И это создает дискомфорт всем вокруг, потому что, опять же, он будет плакать, вы уставшие, вам надо его обратно каким-то образом уложить спать. И всем тяжело, всем некомфортно в этой ситуации находиться на самом деле. Ходить на цыпочках дома, то дети, когда выходят в окружающий мир, они теряются, они чувствуют дискомфорт. И поэтому я считаю, что не стоит дома пытаться воссоздать идеальную атмосферу тишины, потому что на улице нас ждет очень много шума, на который мы, к сожалению, повлиять никак не сможем. И поэтому дети страдают от этого, детям это не является комфортным. Это может быть комфортно для взрослых, которые устают, наобщавшись с света. Но не для детей, которые этого еще не знают. Я считаю, что соблюдение абсолютной тишины дома лично для нашей семьи это плохая тактика, это неприемлемая и очень далека для нас. Не могу судить о других семьях, потому что бывают люди-интроверты, которые в принципе для них это состояние является нормой. Но я считаю, что для нашего менталитета, для наших людей гораздо полезнее вести себя естественно и не оберегать детей от всякого шума, который нас окружает. Окунать их с детства, давать им привыкать, закалять, и тогда мы вырастем здорових і адекватних дітей. Коли дитинка, наприклад, привикла до тиші, вона може бути налякана якимось різким звуком у подальшому житті. Буде страшно, мабуть, її жити і боятися кожного шороху і кожного звуку, як тому зайчику у лісі. Батьки самі нав'язують ось такі комплекси дитині, самі не розуміючи цього, ось, і потім дивуються, чому дитинка така перелякана, боїться усього. Тому що ми самі у цьому винні і привчали дитинку до неймовірної тиші. Зустрічалися в моєму житті такі батьки, які відсторонювали свою дитинку від різного шуму, а потім дивувалися, чого малюк дуже він боязкий, лякався будь-якого шуму, а самі цього не розуміючи, вони робили з дитинки перелякану дитину. Дети, которых с детства приучают к абсолютной тишине, потом достаточно сложно адаптироваться, особенно если мы живем и родители живут в большом городе, в котором постоянно шумно. Я думаю, что такие дети взрослеют и потом сталкиваются с проблемами взрослой жизни, когда суета и большой город. Постоянное движение, а он привык к абсолютной тишине и покою. Я думаю, что ему сложнее, в принципе, находиться в этом месте и как-то коммуницировать с другими людьми. Мы всегда стараемся не навязывать кому-то наши предпочтения и наши принципы. Каждый, как считает, делает так, как он считает. Если кто-то спросит совет, конечно, я всегда подскажу, имея опыта чуть больше, чем у кого-либо. Но у нас нет таких людей, которые бы прям настолько сильно придерживались абсолютной тишины дома. И наоборот, все прекрасно понимают, что это никак не поможет ребенку в будущем. Кто-то спит с музыкой, кто-то спит с мультиками, кто-то ест с мультиками. Когда родители начинают создавать вот эту абсолютную тишину для ребенка, думая о нем, они забывают о том, что они создают дискомфорт себе. Очень сложно
находиться дома, когда тебе нельзя ни пошуметь, и получается не можешь ни приготовить, ни убрать. А когда малыш спит, это как раз то время, которое есть у тебя или для себя, или для каких-то бытовых моментов в доме. Думая о том, что мы делаем ребенку хорошо, мы забываем о своих каких-то предпочтениях и собственном комфорте. Так тоже не должно быть.